Жигулевская палитра – это не только волжские просторы и горные тропы, это огромный спектр изобразительного искусства. Люди, природа, события. В музее Алабино открылась уникальная выставка молодых дарований «Жигулевская палитра 2015». Юные художники из Мордовии, Татарстана, Челябинска, Ульяновска и других регионов – сплошь лауреаты конкурсов, уже признанные живописцы от 10 до 22 лет. Полотна писали по трем тематическим направлениям – детские фантазии, образ Волги и военно-патриотическое. В нем, на взгляд специалистов, весьма преуспели. Ребята очень хорошо уловили какие-то эпизоды из военного времени. Что-то они, может быть, видели в художественных фильмах, что-то появилось в их воображении, когда они книги какие-то прочитали по истории Великой Отечественной войны, художественные книги или, может быть, и научные какие-то. Так что мне кажется, что они очень хорошо уловили дух времени. Жигулевская палитра дает возможность узнать имена новых талантливых художников. В 2016 году выставка продолжит свою работу и отправится в путешествие по малым городам и муниципальным районам губернии. Праздник Троицы в Саранске. Весна пришла из Димитровграда. Здесь же отмечали свадьбу. 75 картин, объединенных общей темой «Война и мир глазами детей». Молодые дарования будущей российской живописи на своих полотнах рассказали нам, взрослым, что их на самом деле волнует. Выставка в музее Алабино продлится до 8 сентября. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.